Чтобы записать ребенка в первый класс на региональном портале госуслуг, родителям следует подготовиться заранее. Специалисты Департамента развития информационного общества сначала советуют потренироваться и отправить заявку в тестовой форме, чтобы понять, как правильно ее заполнять и какие данные вносить. На портале размещена подробная инструкция для родителей. Стоит отметить, что наличие тестового заявления не повлияет на подачу реального. Напомним, электронная запись в первый класс началась сразу после январских каникул и продлится до 1 февраля. В городском управлении образования составили график, по каким дням можно подавать заявки в конкретное учебное заведение. Так, например, 21 января будет открыта запись в самой престижной гимназии лицея Иваново. С подробным расписанием можно ознакомиться как на сайте профильного управления, так и в интернет-ресурсах школ. Как показывает опыт прошлых лет, свыше 80% родителей предпочитают записывать своих детей в школу именно через сеть. В 2017 году департамент проведен ряд организационных и технических мероприятий, что позволяет утверждать, что на портал, на региональный портал за услугой могут обратиться единовременно более 500 пользователей. Также эти мероприятия были направлены на то, чтобы исключить возможность использования автоматизированных программ, которые в автоматическом режиме заполняют заявления. То есть все будут на равных условиях.